Всем привет! Ну, наконец-то наступил понедельник. Как меня слышно, видно? Пожалуйста, дайте мне обратную связь, чтобы я понимала, что все окей. Здорово, хорошо. Прекрасно, я рада всех приветствовать сегодня на нашем вебинаре. Сегодня очень интересный вебинар. Мне кажется, что меня немножко плохо видно. У нас сегодня прекрасный вебинар, такой интересный. Как всегда, моя любимая фраза, я не теоретик, я практик, поэтому я сегодня постараюсь соединить в этот вебинар две информации. Дело в том, что от компании и от себя лично я постараюсь вложиться в заявленное время 60 минут. Спасибо большое. Это все Анджи Новейдж. Я сегодня поделюсь этим с вами. Действительно, сейчас внутри такой, хоть у меня сегодня очень активный рабочий день был, я сейчас постараюсь настроиться на... Буквально 10 минут назад только ушли люди с офиса. Я сейчас постараюсь настроиться именно на Новейдж. Но дело в том, что когда вы им пользуетесь, когда вы работаете с этим продуктом, по сути дела, вообще не слайды, на мой взгляд, да, не какая-то подготовка сильно не нужна, потому что вот эта информация есть во мне, она прям вот прет, рвется сейчас вырваться наружу, рассказать ее вам. Вы знаете, что 29 числа я выступала на мегафоруме с этой темой. Мне все попросили, чтобы я рассказала свои фишки, а некоторые сказали, не-не-не, давай-ка немножечко придержи, расскажи это нам. И сегодня я с огромным счастьем. Вообще то, что мы в команде смарт-бизнеса, в том, что мы с вами в единой системе, в том, что вообще Анжи, Дарья, Олеся соединили нас всех с вами, и у нас с вами центр развития предпринимательства, и мы можем делиться с вами опытом открыто, потому что мы все с вами партнеры в этом деле, и это очень-очень здорово. И сегодня я абсолютно все, что знаю, все, что умею, расскажу вам. И первую информацию, которую я вам дам, постараюсь ее дать быстро, это та информация, которая приехала к нам вот в эту пятницу в Брест из Казани. Там наши были АСМ и координатор по продукции Наталья Трепашко проводила для моей команды здесь в Бресте вебинар «Академию красоты» непосредственно по Новейджу, не только как работать с Новейджем, да, немножечко новостей вам расскажу, поэтому здорово, что наш вебинар, в принципе, немножечко сместился, потому что то, что знаем мы, должны, конечно, знать наша команда, все менеджеры смарт-бизнеса, вот, поэтому, на самом деле, еще одно преимущество, да, быть в команде растущих лидеров, быть в команде смарт-бизнеса, топовых лидеров, потому что вы будете получать информацию всегда самыми первыми. И это еще один большой-большой плюс нашего с вами центра по развитию предпринимательства смарт-бизнес. И чтобы долго не затягивать вебинар, я предлагаю прямо сейчас начать. Сейчас я расскажу вам информацию, которую получила я от компании. Где-то, конечно, она будет пересекаться с информацию, которую знаю я лично. Сегодня у нас даже немножко практикум такой будет, не знаю, получится ли, но тем не менее ноу-хау введу сегодня на вебинар. И давайте мы прямо сейчас и стартанем. Я немножко так волнуюсь, потому что слайды, конечно, не мои, поэтому мне будет немножко сложно говорить об этом. Ну, о том, что у нас очень потрясающий есть слоган в Oriflame, что Oriflame – это сегодня шведский эксперт по красоте, как по образу жизни, это уже для многих не секрет. И это действительно так. Поэтому очень здорово, что в Oriflame есть премиальная серия, такая как серия Wellness и такая серия как Novage, да? И это, конечно же, здорово. И у нас с вами есть 4 линейки непосредственно по уходу за лицом, да, базовые уходы, которые продаются именно сериями по уходу за лицом, потому что мы не будем с вами говорить сегодня, насколько важно применять систему, потому что я думаю, что каждый из вас уже сегодня это понимает и знает. Но, тем не менее, я хочу напомнить, что у нас с вами в каталоге представлены основные 4 базовые серии по уходу за кожей лица. Первая серия – это серия Beauty, это натуральные формулы и эффективный очень уход. Если кто-то есть здесь на вебинаре, кто любит эту серию и кто пользуется ей, поставьте, пожалуйста, плюсик. Кому, возможно, именно этот набор нравится, это очень такой тоже премиальная серия, это дорогостоящий продукт, потому что это органические масла. Я из этой серии очень сильно люблю масло по уходу, именно масло, интенсивное масло, которое заявлено как для ухода декольте и лица. Я использую для области декольте, потрясающе нравится, мгновенно впитывается. В чем уникальность этих масел, да, которые предлагает вообще компания? В том, что
каждое масло, я немножко об этом позже чуть-чуть расскажу, потому что некоторые новости такие, прям вот, которые нужно знать, фишечки для того, чтобы было легче предложить клиенту целую серию, я, конечно же, поделюсь ей. Так вот, масла, все, которые у нас заявленные масла от компании Oriflame, почему они такие дорогостоящие? Потому что у нас они настолько... Во-первых, они органические, холодного отжима, что сам по себе процесс уже добывания этих масел является дорогостоящим. Плюс они размельчены настолько в микро, для того, чтобы проникать в нашу структуру кожи. Если вы наносите оливковое масло или там, не дай бог, какое еще, как рассказывали там нам в пятницу, сливочное масло на лицо, это вообще априори никак не может попасть в структуру нашей кожи. Объясняйте это клиентам. Вот это, из этой серии у меня есть любимый продукт. Это, конечно, наши высокоэффективные запатентованные, целые уже серии, да, большое количество, уже 4 сейчас это наборы высокоэффективных базовые серии по уходу за лицом, серии Novage, брендированная серия. Это, конечно же, Love Nature, это серия, которая предлагает для молодежи, с которой я работаю с молодежью, и серия базовый уход, это Optimus. Вот это 4 основные линейки по уходу за кожей лица, с которыми, в принципе, можно работать одним и тем же методом, но только просто понимать, какой категории людей что вы будете предлагать. Но мы с вами сегодня, конечно, больше поговорим о Novage. И вот я сейчас показываю вам те все картинки, которые вам предлагала посмотреть. Да, это у нас серии, которые предлагают компания Oriflame. Но мы с вами поговорим о основной... Это у всех так загружаются слайды? Я прям медленно-медленно вижу... Скажите, у всех загружаются хорошо слайды? Вот эта серия Экобьюти. Вот вы видите сейчас то масло, о котором я говорила. Я прям рекомендую вам всем приобрести этот потрясающий продукт, который мгновенно впитывается в кожу, делает ее очень увлажненным и очень приятным ароматом. Вот здесь я хотела бы остановиться, в принципе, начать именно с этого слайда свой собственный вебинар, о котором хочу сегодня поговорить. Так вот, основное, что я бы вот, хотела на что отметить, это на то, что если у вас никто не покупает вообще Novage, либо уход за кожей лица, задумайтесь... Почему? И, в принципе, может быть, я буду немножко агрессивно, жестоко, если сейчас скажу, но, тем не менее, подойдите к зеркалу и обратите внимание на состояние вашей кожи. Дело в том, что ваша внешность – это ваш бренд. И сегодня, имея такие премиальные серии, которые меняют действительно структуру, увлажненность, внешний вид вашей кожи, не пользоваться самому Novage и при этом пробовать его продавать – это очень глупо, поверьте. Никогда ваш клиент не приобретет. Придет этот набор. Я провела небольшой такой... подготовка к вебинару, я даже у девочек спросила, сколько кто продал и кто пользуется сам. Так вот, в общей массе мне ответили так, что на самом деле ни одного набора не продано у того, кто сам не пользуется, либо не пробовал хотя бы, да, тут вопрос там подошел, не подошел. Либо это единичный случай просто продажи набора. И в основном большие продажи совершают те, кто пользуется сам, кто уже ведет какие-то сообщества, кто работает с этим продуктом, и вот тогда есть результаты. Поэтому ваша внешность – это ваш бренд, однозначно. Сейчас будет просто тадам, впервые в жизни вы увидите, вообще-то в инстаграмах, везде в соцсетях это уже давно есть, но вот на вебинаре я впервые показываю вам картинку, с которой работаю сама, и сейчас я вам расскажу секрет, как использовать, потому что у нас практически вебинар, я хочу быть полезной, поэтому я, может быть, буду перескакивать. Но, тем не менее, тадам, я показываю вам свою фотографию. Так, подвисает совсем. Фотографию без фильтра, без макияжа. Это действительно так. Это фотография, с которой я работаю в соцсетях. Нету ни единого, ничего, кроме Novage. Здесь нет. Почему я вам сейчас показываю именно эту фотографию? Потому что для того, чтобы продать этот продукт, вы знаете, недостаточно прийти просто с красивой картинкой, с красивым макияжем, качественно уложенной тональной основой и пудрой. У меня такая большая просьба к вам. Пожалуйста, покажите. Скажите мне активность в чатах, вот что вы думаете насчет того, что я говорю. Я, может быть, не на все вопросы буду отвечать сразу, но тем не менее я хотела бы, чтобы вы показывали эту активность. Мне так будет намного
проще и активнее с вами общаться и легче, да, скажем так, поддержите меня. Так вот, я этой картинкой работаю в Вайбере со своими клиентами, о котором я буду тоже вам рассказывать. Конечно, в соцсетях она тоже есть у меня в группе, да, но тем не менее, в основном я работаю именно в Вайбере уже с этой фотографией. Эта фотография без всякого обмана, это действительно так, работает 100%, а потому что ее можно увеличить на своем телефоне, рассмотреть положительно, но это без обмана, без фильтров, без макияжа и без всяких спецэффектов. Ну, я всегда говорю о том, что я уже не настолько молоденькая девочка, мне 34,5 года, да? Я мама двоих детей, я точно так же, как и все, подвержена воздействию свободных радикалов, я точно так же, как и все, хожу, да, под ультрафиолетом, который старит нашу кожу из 100 на 75%, и, конечно, я всегда говорю о том, что серии Novage, серии этим брендом я пользуюсь с момента его появления в компании Oriflame, это 2015 год, да, а что касается ухода за лицом, базовым уходом в системе, я пользуюсь 22 лет, как только зарегистрировалась в компанию Oriflame. Именно на этот продукт, кстати, я и пришла. Именно этот продукт оставил меня надолго в Oriflame, потому что базовая серия Optimals решила мои проблемы с моей кожей. Она мне была очень проблематичная не в плане высыхания, в плане в плане сухости кожи. И большое спасибо даже за то, что она научила, рассказала мне о пятиступенчатой системе по уходу за кожей лица. На второй вот картинке вы видите мои средства по уходу за лицом. И когда я выбрасываю, мне очень часто говорят: ой, боже, кошмар, Ань, тебе только 34, а ты пользуешься такой серией сильной, да, 45 плюс серии Ultimate Lift. Мы немножко позже об этом тоже поговорим. Дело в том, что у меня очень сухая кожа, и зимой мне недостаточно моей любимейшей серии Экологен. Поэтому я на зиму себе приобрела серию Ultimate Lift и колоссальные изменения увидела у себя на лице. Потрясающая увлажненная кожа, и теперь тональные основы у меня продаются в два раза быстрее, легче, да, ну, если я предлагаю работу с тоналками, потому что то, как выглядит ваша кожа, потрясающе. Ну, тоже немножко, может быть, позже вам расскажу. Вот что здесь тут написано: без фильтров, без макияжа, без эффектов. Я вам и цифры, что это такое? Я не поленилась, готовясь к вебинару, я посмотрела специально в Инстаграме, если ставить такой хэштег, какое количество участников, да, находится и выставляют, либо просматривают потом ваши фотографии. Вот если вы выкладываете только обязательно, без обмана, если вы хоть раз будете засечены, да, в обмане, никто больше не обратится, не лайкнет, либо еще напишет, да, там у вас в комментариях. Поэтому есть секрет, о котором я сейчас расскажу, как правильно сделать, конечно, фотографию. Это не обман, это просто действительно используют все, абсолютно все люди, которые работают в этой индустрии. Об этом нам рассказала Наталья Трепашко, как правильно сделать фотографию. Я знаю, многие ждут этой информации, но, тем не менее, если вы поставите именно такой хэштег, посмотрите, 2 670 999 людей просмотрят, да, ну, вероятность того, что они увидят именно эту фотографию. И согласитесь, да, мы, конечно, я не поставила никакую фотографию, это глупо сравнивать с кем-то себя, да, но тем не менее, если посмотреть на эту фотографию, то реально, да, светлая кожа, ни одной нету морщинки, если даже ее приблизить, видны поры, конечно, на лице, но их нужно достаточно сильно в пикселях растянуть для того, чтобы увидеть. Конечно же, у меня есть какие-то изменения возрастные уже на коже, но как сделать так фотографию для того, чтобы без обмана предложить клиенту использовать именно этот продукт, и чтобы ваша фотография могла работать сейчас на вас. Значит, первое, обязательно, перед тем, как вы фотографируетесь, нужно пройти саму систему полностью по уходу за кожей лица на базе той серии, которую вы будете предлагать. Ну, в данной серии, это в данной ситуации, это база Novage. После этого вы должны подойти просто к дневному свету, чтобы ничего вам не мешало, убрать все фильтры на своем телефоне и просто при очень светлом, да, освещении вашей кожи сделать фотографию. Таким образом, она, конечно, более ровная кажется, да, менее морщинистая кажется, ну и так далее. Поэтому вот такая вот фишка. Мне, кстати, когда я выкладываю фотографию, все говорят: а брови-то у нее нарисованы. Нет, это брови просто татуаж хной, поэтому брови, они есть, да, они есть на самом деле.
меня, поэтому, может быть, за это цепляются, но, тем не менее, растягивают все фотографии. Честно вам скажу, она работает сегодня на меня, эта фотография, я ее использую, я ее сбрасываю, я специально подготовила, такая фотография должна быть и у вас. Расскажу потом, где ее еще выкладывать, но она должна быть. Ну и такой немножечко юмора вам добавлю в ленту, что если женщина не скрывает своего возраста, значит она нагло довольна собой. Ну это на сегодняшний день касается меня, потому что я провожу спа, я вижу, какие приходят в моем возрасте люди, в каком состоянии их кожа, я наблюдаю, анализирую и всегда использую такую фразу в работе о том, что поверь мне, что я на сегодняшний момент, через мои руки проходит большое количество людей, я очень много провожу спа-процедур, и сегодня я не для тебя, не для кого-то, а лично для себя, за все годы работая в Oriflame, поняла, что за кожей нужно обязательно ухаживать, и этот уход должен быть обязательно качественным. На что сегодня я не пожалею денег, так это на систему по уходу за кожей лица. Тональные основы можно подобрать, тональную основу можно даже в Верни серию, самую простейшую на ухоженную кожу нанести так, что ее цена возрастает во внешнем виде в 1000 раз. Но то, что у тебя должно быть обязательно, у тебя должно быть на полочке ванны, особенно если тебе уже после 30 лет, это серия на Veg. И когда женщина довольна собой, поверьте, она намного увереннее, она намного чувствует себя, да, наверное, комфортнее при работе. В нашей работе это очень важно. Какие же у нас с вами серии вот интенсивные по уходу за лицом? Это серия на Veg. Мне очень нравится вот этот вот слоган «Лицо это ты, а не твой возраст». И нам сегодня действительно нужно понимать, доносить до клиентов, что замедлить процесс старения намного проще, чем повернуть время вспять. Хотя наша серия на Veg дает потрясающие результаты. Какие же у нас есть серии? Я просто напомню для того, чтобы дальше можно было продолжать. Первая серия, это серия, конечно же, True Perfection. Потрясающая серия. Мне очень она нравилась. Я сегодня использую совсем уже другую продукцию, да, серию коллаген. Чем мне нравится серия True Perfection? Это серия 25+. Это первые мимические морщинки. Если здесь есть присутствующие, кто пользуется этой продукции, поставьте, пожалуйста, этой серии, поставьте, пожалуйста, плюсики, может быть, какие-то комментарии, которые вы добавите, или вопросы, которые вы решили, да, благодаря этой коже. Вот, эта серия, она уникальна тем, что там есть экстракт персидской акации, который именно нейтрализует первые признаки старения на клеточном уровне. И поэтому она потрясающе работает с мимическими морщинками. Рекомендую это знать, и этого достаточно, кстати, для того, чтобы просто работать с этим продуктом. Мой любимый продукт. Еще до того, как появилась серия Novage, именно набор экологен можно было купить уже в наборе и по очень выгодной цене. Это первый набор, который продавался именно серией. И вы знаете, как только он появился, я сразу, просчитав все финансы, все в балловом эквиваленте, я сразу поняла эту выгоду. Поэтому с 2015 года у нас появилась Novage серия, да, к концу 2015, но уже с 2013 года я на постоянной основе пользуюсь серией. И в принципе до появления серии сессии именно Novage я уже всегда продавала наборами серию экологен, поэтому можно сказать, что у меня такой богатый, больший опыт, да, большой опыт в продаже именно наборами. Потом расскажу, как я это делаю. Ну и, конечно же, одна из серий, которая премиальной считается, которая работает уже потрясающе и просто дает результаты. Мы видим это в сообществах, я наблюдаю это уже за своей мамой, за своими клиентами, которые пользуются этой серией. Это серия Ultimate Lift. Кстати, еще такое сразу, вот сейчас просто приходит в голову, буду сразу выдавать информацию. Я обратила внимание, что некоторые консультанты, которые начинают работать с этим продуктом, им очень сложно выговаривать все вот эти вот названия. Они не могут сказать True Perfection, они не могут сказать Ultimate Lift, а Спаркам вообще, это вот они так путаются, у них не комплекс, ничего не получается. Ребят, так не пойдет, это премиальная серия, с ней нужно работать на высочайшем уровне, поэтому вы должны знать намного больше, чем написано в каталоге по Novage. Намного больше вы должны знать об этой серии, чем написано в каталоге, в дополнительном каталоге. Немножечко даже изучить вообще структуру кожи, как она действует, на какой уровень она воздействует, потому что клиенты бывают разные. А именно серии Novage клиенты, как правило, понимают, почему покупают, выгоду осознают, знают, зачем пользуются этой продукцией. Поэтому здесь вот очень важно знать немножечко больше, чем
написано вот даже на моем слайде, да, это такая одна из подсказок и рекомендаций. Ну и новая серия, которая появляется у нас с вами в ближайшее время в каталоге, сразу хочется сказать, что она не обновлена в составе, у нее все так же генистеин сои, это основной компонент, который работает. Кому рекомендована именно эта серия, да, время, власть над временем, кому она рекомендована? Именно уже рекомендована для женщин, у которых пигментация, активно начинается пигментация кожи, потому что именно эта серия потрясающе будет справляться на постоянной основе с пигментацией, на более глубокие слои воздействовать, и поэтому она, в принципе, будет защищать от проявлений, то есть не решать вопрос, как убрать пигментные пятна, она работает немножко наперед, именно защищать от появлений, и это... Серия, она полезна для женщин, которые находятся именно в периоде уже менопаузы, да, поэтому именно этот продукт будет решать более глобально проблемы для женщин, которым старше 45 лет. В чем еще отличие этой именно серии? В том, что у нее не сыворотка, хотя она заявлена как сыворотка будет, да, омолаживающая для лица и шеи, но это тот же наш эликсир, да, помните, он уже был когда-то у нас в этом же составе, в этом же наборе. Немножко поменялась упаковочка. Я ее уже попробовала. Мне ее подарила компания на мегафоруме, да. И я, конечно, ее попробовала. Хотя, конечно, по возрасту мне она еще далека не нужна, да. Но я ее попробовала. Я немножко расскажу вам о своих впечатлениях. Мне недостаточно просто нанести сыворотку, чтобы моя кожа была увлажнена. Но поначалу, когда вы наносите эту сыворотку, немножко ощущение липкости появляется у вас на лице, и оно мгновенно проходит. И эта липкость, это объясняется этому, это так и должно быть. Главное, что она мгновенно впитывается, и кожа становится увлажненной. Вот эти вот гранулки, такие мелкие-мелкие частички, это сияющие такие пудровые... Это светоотражающие частички, и они очень важны для нашей кожи. Дело в том, что когда светоотражающие частички, поначалу даже кожа будет немножко блестеть, как у True Perfection, да? Когда она попадает на кожу и начинает именно располагаться эти микро-микро, это не блестки, да? Это светоотражающие частички, именно при дневном свете визуально вы будете казаться, что у вас более ровный цвет, более ровная кожа, мелкие морщинки визуально будут уходить. То есть это то, что поможет вам, если крема работают на то, чтобы выталкивать изнутри, да, глубину убирать морщины, то такие сыворотки со светоотражающими частичками, такие как сыворотка True Perfection и сыворотка Власть над временем, они помогают еще визуально. И поэтому рекомендация такая еще дополнительная, что если вы, какая-то фотосессия у вас, если вы выходите куда-то в свет, либо в принципе хотите потрясающе сегодня прямо вот выглядеть, рекомендуется использовать именно вот такой вот сыворотку со светоотражающими частичками. Конечно же, сыворотка – это незаменимый просто продукт в программе комплексного ухода, поэтому мы ее используем ежедневно и обязательно используем. Это то, что касается новой серии. Мне очень нравится то, что сейчас все продукты NovAge приходят в потрясающих, удобных, классных коробочках. Внутри коробочки написана полностью система ухода. То есть даже если раньше я работаю с этим продуктом, ложила всегда дополнительно какие-то распечатки, сбрасывала вайбер, как правильно ухаживать за кожей, лица, то сегодня в этой коробочке уже есть мини прямо полностью подсказки, как правильно ухаживать за кожей, напоминалочка, прям первый этап, второй этап, третий этап. Ну и, конечно, я хочу вам показать о том, что все продукцию, которую мы приобретаем сейчас в коробочке, но пакетики NovAge, они тоже очень красивые, очень качественные, очень выглядят стильно. Вот, поэтому вот ту же коробочку, да, можно положить в этот пакетик. Это потрясающий просто подарок ко дню рождения, к юбилею, к 8 марта. Здесь уже непосредственно кто кого как любит и кто сколько зарабатывает, да. Потрясающий просто очень стильно выглядит и очень красиво. Какие у нас из серии NovAge, немножко еще напомню,
Напомню вам, дополню вебинар. Какие еще есть вещи, дополнительные продукты из серии Novage, которые я считаю, что должна иметь каждая девушка, женщина, которая хочет потрясающе выглядеть. Они у меня все есть, я всеми ими пользуюсь. И я хочу немножко рассказать вам вот об этом вот скрабе, который по уходу за кожей лица. Мне он очень нравится тем, что у него такая микро-микро, прям вот как будто дробленная не косточка, а как будто дробленные прям стеклышки. То есть это потрясающий скраб, который на очень... Во-первых, сильно циркулирует кожу за счет того, что более, казалось бы, у нее такие частички более тоненькие, мелкие, да, но они действительно активнее чувствуются, интенсивнее у вас на коже, поэтому потрясающий продукт для выравнивания цвета лица, убирает роговевшие клетки, потрясающий продукт в дополнение к серии, без скраба никак нельзя, мы все знаем о том, что нужно стимулировать кожу, да, регенерацию клеток, но одно из самых больших заблуждений о том, что чем старше мы становимся, тем нужно активнее использовать скрабы, это на самом деле не так, наоборот, потому что регенерация клеток замедляется, и именно у молодой кожи требуется чаще использование скрабов, да, а у женщин постарше немножечко реже, потому что регенерация нарушается уже, она медленнее, то есть убирать роговевший слой можно не так часто, да, но качество этого скраба должно значительно отличаться от молодой кожи, и здесь уже отшелушивающие масочки, только отшелушивающие маски вас не спасут. Ну и, конечно, средство для снятия макияжа. Я вам сейчас расскажу о том, как оно мне помогает продавать серию Ultimate Lift для женщин, которые не любят пользоваться молочком, потому что он не так эффективно удаляет косметику, да, декоративную, кто не любит, либо не хочет пользоваться средством для снятия макияжа отдельно. Это прям потрясающая вещь, которую прям вот нужно обязательно использовать в продаже серии Ultimate Lift особенно, да, хотя супер, если вас покупают. Ну и, конечно же, мне очень нравится это, вот у кого есть, поставьте плюсики, такая классная вещь. Это мочалочка из натуральный коньяк, да, коньяк, мы будем мыться с вами. Это такая на ощупь, она твердая, но как только вы ее помещаете в воду, она, на мой взгляд, она напоминает медузу, она становится такой немножечко, даже такой слизкой, и я не понимала сначала, как же я буду удалять эту косметику, и мне казалось, то, что она еще вообще не сможет смыть, да, но на самом деле потрясающе удаляется очищающее средство, молочко, скраб, потрясающе удаляет все маски с лица. Чем оно мне очень нравится? Тем, что оно не травмирует кожу. Оно настолько щадяще это делает, что для женщин, у которых близко расположены капилляры, для женщин, у которых... нельзя вот сильно тереть, у нас кожа становится с возрастом более тонкой, поэтому у нас и уходы становятся более щадящие, да, это потрясающая вещь, когда она в сухом виде, она такая твердая, это большое-большое преимущество, потому что, видите, мне нравится даже, кстати, она у меня дома так и висит, потому что здесь нет развития микроорганизмов, в сухой среде у нас бактерии не развиваются, не размножаются, поэтому она вот очень классно продукт, рекомендую, долговечный, потрясающая вещь и потрясающе работает с черными точечками, да, то есть если вы будете удалять средства не ватными дисками, да, маски, там не просто умываться, а именно удалять с помощью этой губки, вы вопрос черных точек, да, вы решите мгновенно, рекомендую, потрясающая вещь. И что у нас дальше, слайд, вот тоже, я, кстати, не взяла, честно забыла, но вы видели на моей фотографии, вот это потрясающая просто вещь, это наши капсулы по серии Novage. Там 5 видов масел содержится в этой капсуле, все это заявлено в книге, почитайте, я прям целенаправленно даже не буду говорить, хотя я знаю, может быть, кто знает, может написать, но я рекомендую вам просто изучить после этого вебинара эту продукцию, потому что она очень поможет вам. Знание о составе помогает сильно в продажах, сразу вам об этом говорю. В чем уникальность этих капсул? И когда люди задают вопрос, почему они такие дорогие, вы должны ответить,
четко и понятно, чтобы это возражение убрать. Здесь в состав входит 5 видов масел. Когда я начинала вебинар, я сказала, что не каждое масло наносится на кожу и впитывается. Да? То есть вот эти оливковые масла, когда наносят подсолнечные и думают, что увлажняют кожу, это просто бред, потому что эти масла, у них очень, вот эти молекулы очень большие для того, чтобы просто проникнуть в кожу. Для того, чтобы масло проникло на глубокие слои кожи и хоть как-то вам помогло, его нужно обязательно превратить, расщепить в мельчайшие частички. Так вот, у нас вот с вами в этой серии Novage, в этих рыбках, как мы их называем, да, как применять, оторвать хвост рыбки, просто его открутить. Содержится 5 видов масел органических, это значит, что они 100% натуральны и холодного отжима. Это вот просто, вот представьте, что если бы вы хотели добыть там масло лимона, так вот, вот все, что первые соки вышли, это все именно находится в этом, в этой капсулке. И дороговизна заключается именно в том, чтобы добыть таким способом эти масла, чтобы они остались органичными, расщепить их. И дороговизна заключается в том, чтобы упаковать их именно вот в эти капсулки, для того, чтобы они могли храниться как можно дольше и не портились. Да? Поэтому именно в этом заключается такая большая стоимость этих продуктов. Но за это мы и платим по ощущениям. Это супер просто продукт. Я использовала эти масла как раз, когда у меня началась проблема именно с сухостью кожи. Я приобрела себе это средство. На мой фейс хватало активно и на область декольте. Поначалу это очень жирная такая текстура, которая ложится на кожу, и вы ее можете разнести вот прям вот где вам удобно. Поверьте, то есть ее совсем немножко, но наносится она очень легко и распределяется. За счет температуры собственного тела оно еще и нагревается, становится еще более тягучее. Но уже буквально через 5 минут, подходя к зеркалу, я вижу, как кожа просто все это забирает, впитывает. Она даже перестает блестеть, эта кожа. И я потрясающе, проводя по своей коже, чувствую ее шелковистость. Это действительно так. Такое впечатление, как будто не пленка, не каким-то... Это однозначно не ощущение от крема. Это потрясающая шелковая текстура. Вот как будто бы вы действительно трогаете не хлопок, да, шершавость, а именно шелк. Я рекомендую всем женщинам после 45 лет иметь именно эти капсулы. И одним из секретов моих больших продаж и тем, что у меня люди покупают именно наборами и постоянно, да, возвращаются за набором, именно вот в этих капсулах, потому что ко всем наборам, которые есть, я всегда рекомендую приобрести для экономии, сейчас расскажу, время совсем мало, для экономии приобретать именно вот эти продукты. Ну и здесь показана новинка, но я также хочу еще рассказать не только о новинке, а о средстве Novage от пигментации, которое у нас уже есть. И вот новинка у нас появляется в этой серии. Потрясающе. Если вы хотите решить вопрос клиента именно с пигментацией кожи, то есть не защитить, не предотвратить, а именно уже решить вопрос, я прям рекомендую вам, спасибо, Анна, большое, я вам прям рекомендую обратить внимание на средства от пигментации, выравнивающий тон кожи, а это праймер, который будет у нас, сейчас расскажу, что это такое, именно на серию Novage. Да, он дороже, чем серия Optimals, в разы дороже от пигментации. Но если вы хотите решить проблему, 100%, у меня у самой есть предрасположенность к пигментации, и я без кремов таких вообще не могу. Начиная с февраля месяца, я прям вот однозначно без Novage не выхожу на улицу и решаю свои вопросы, потому что кожа красивая, когда она ровная, а когда у вас веснушки просто соединяются в одну кучу, потому что солнышко вылезло, это на самом деле меня лично оно не радует, поэтому для меня это просто было спасением. А после вторых родов я вообще решила проблему именно пигментацию на скулах, которая чаще всего встречается женщины. Поэтому если у вас есть такие знакомые, не стесняйтесь, подходите, говорите, у меня есть супер продукт, который решит твои проблемы, и не надо ходить в косметические салоны и тратить там свои миллионы, достаточно 30 рублей.
Что такое праймер? Это база под макияж. И если вы пользуетесь, конечно же, премиальной серией компании Oriflame, именно к премиальной серии предлагаю вам базу под макияж. Можно заменить Giordani из серии The One. Да? Это потрясающий продукт, который реально выравнивает кожу. Он тоже за светоотражающими частичками визуально делает более ровную кожу. Потрясающий продукт, который рекомендует компания Oriflame использовать именно в серии Lux, в премиальной серии по уходу за кожей лица. Вот сейчас немножко расскажу информацию, быстро, но это очень интересно, я хочу, чтобы вы сами услышали. Компания Oriflame проводила исследование, компания, проводила, которая заинтересована в этом, проводила исследование среди многих кремов. Но начать хочу с того, вот эта история, она меня очень сильно зацепила от Натальи Трепашки, я хочу вам ее тоже рассказать, чтобы вы знали. Дело в том, что у нас в Беларуси действуют такие законы, для того, чтобы компания Oriflame выпустила для нас с вами баннер, на котором будет написано, что серия Novage, например, на 70%, да, или там на 95% увлажнит вашу кожу, или там решит вопросы с морщинками, или так далее, да, то есть на баннере поставить циферку, компания Oriflame должна предоставить результаты, подтверждающие исследования, подтверждающие документально о том, что это так и есть. И вот когда компания Oriflame выпускала серию Novage и готовилась к ее именно брендированию, запуску рекламных акций, когда она столкнулась с таким законом о том, что нужно предоставить, наши с вами астмы, они отправляли запросы в Дублин, в исследование кожи, в центр, да, то есть поднимали все вышестоящее руководство для того, чтобы получить те документы, где это все будет написано. И вот Наталья говорит о том, что она вместе с Витой, вместе с Андреем Людко и все остальные, кто хорошо знает английский язык, им прислали вот такой вот талмуд просто этих исследований, которые прошла наша серия Novage, и где им нужно было это все перевести, но они столкнулись со следующей проблемой. Дело в том, что при переводе это все понятно, но как обычному человеку понять, что именно за упругость кожи отвечало именно это исследование? Так вот еще, наверное, плюс нам большой, огромный плюс в Novage в том, что не просто одно исследование, знаете, там решили на упругость проверить, да, кожу, и одно исследование провели, и все, нет, несколько методов, до 22 методов, но только на один вид, там морщинки, глубина, упругость, что там, сияние, да, 22 метода проводила компания Oriflame, чтобы выпустить нам вот такой вот уникальный с вами продукт. Так вот, когда они переводили, они столкнулись вот с этими сложностями, им пришлось вообще понимать, разбираться, как компания проводила эти исследования. Одно из исследований они нам рассказали. Например, один из методов проверки на упругость, как это делается, так вот это такой ручечкой маленькой нам с вами, на кожу, да, женщинам просто дуют воздух и замеряют вот этот вот скорость отскакивания кожи от воздуха, возвращение опять в то же состояние, что и было. Вы представляете, какой колоссальный труд компания Oriflame проделала для того, чтобы был у нас с вами такой продукт. Сколько лет у компании ушло на то, чтобы это все не просто исследовать 22, 15 методами, да? Когда я это слышала, я понимаю, боже, какая уникальность, как дорого должен стоить, по идее, этот продукт для того, чтобы... Какое счастье, что вообще я работаю, знаю об этом, и у меня есть такая возможность пользоваться продуктом, который запатентован, который клинически доказан, исследован и подтвержден, и это супер. На самом деле, покупая вот теперь в магазинах, ты никогда не услышишь такой истории. Ну, правда, согласитесь, если кто-то знал эту историю, поставьте плюсик, для кого новостью это является, поставьте удивление, потому что для меня это было потрясающе. Так вот, один из моментов, который я быстренько вам пролесну, вы этот слайд все видели в интернете, 100%. Это 4 кремов, ночных кремов, которые взяли для того, чтобы проверить, ну, вот эти все исследования, которые каждый заявлял о том, что он лучше, да, и вот взяли 4 самых известных продукта, которые себя подали в заявку о том, что они готовы. Это действительно косметические гиганты, здесь нельзя сказать, что кто-то круче, кто-то хуже, и я вам быстро покажу сейчас слайды, но самая фишка в последнем слайде. Вот, пожалуйста, да, вы все видите слайд «Устранение морщин», наша крем на втором месте. Видите, да? Дальше, изменение рельефа кожи. Мы с вами тоже видим, что наш крем Ultimate Lift ночной на втором месте.
действие на пигментацию. Тоже мы с вами видим, что опять-таки мы с вами на втором месте. Что касается действия на сосуды, мы с вами в разы. Обратите внимание, если там буквально там на пол, на половину, на один, да, единицу, то здесь почти на полбалла мы с вами впереди на действие на сосуды, насколько глубоко воздействует наш крем. Что касается легкость нанесения, да, мы видим с вами, здесь мы немножечко пониже, мы с вами на третьем месте, да, но может быть это и хорошо, знаете почему, потому что ночной, на мой взгляд, как у меня сухая кожа, это ночной крем, и, допустим, вот мне нужно, чтобы он там достаточно был питательным, да, для лица, поэтому я люблю это. Вот здесь мы тоже, кстати, на третьем месте, но это большой наш плюс, потому что мы не такие липкие, да, я считаю, что это не минус, я считаю, что это очень большой плюс, потому что, как правило, возражение клиентов встречаешь именно по поводу липко, да, тут мы можем сказать, что по сравнению с Диором мы далеко не липкие, да, с вами. А вот здесь вот текстура, мы с вами видим тоже, что мы вот здесь на третьем месте, и подводя итоги, набиравшие бабалом, да, мы с вами видим, что вообще наш ночной крем Ultimate Lift занял второе место. А теперь бомба, сенсация. Дело в том, что Наталья Трепашко, возвращаясь из Казани, они зашли специально целенаправленно в Duty Free и посмотрели стоимость этих ночных кремов. Я не... Мамочки, я, наверное, убрала этот слайд. Я вам его высылала. Я вам его, по-моему, даже... я не убрала, а этот слайд съелся, просто съедает картинка. Слайда. Нет слайда, все, я поняла. Нет, он есть, это этот слайд. Здесь есть непосредственно эти картинки. Я вам просто даже просто... Я помню эти цифры, потому что я их четко изучила, эти цифры. Так вот, я вам скажу... Сейчас я его даже, наверное, открою. Он у меня есть... телефоне, я вам называю суммы, которые стоят эти крема. Dior, я помню эти цифры, крем Dior стоит на сегодняшний момент в переводе на белорусские деньги 322 рубля. Все остальные крема идут буквально на 80 рублей дешевле. Что, ну, это вы понимаете, это до 200 рублей и чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже. Наш с вами крем Ultimate Lift, внимание, он стоит 63 рубля. Если я сейчас проверну вам эти слайды обратно, и вы увидите, с какими кремами, с какими гигантами, в каких процентных соотношениях мы уступаем, либо обгоняем, и вы увидите разницу в этих кремах в ценовой категории, то, в принципе, я считаю, нам клиент должен еще доплатить, потому что это действительно уникальнейший продукт по очень-очень выгодной цене. Так вот, я вам, родные, хочу сказать, что если вы сами поймете всю выгоду, вообще преимущество, уникальность этой серии, поверьте, вам его продать, рекомендовать, предложить вообще не составит труда. И если вы когда заходили на страничку вебинара, я специально загрузила вам видеоролик, кто посмотрел, поставьте плюсик. Вот, вон уже Dior, 359 рублей. Танечка, большое спасибо. Вы, наверное, тоже смотрите по слайдам, были на обучении, да? Так вот, если вы смотрели это видео, да, и читали ту аннотацию, анонс, который я давала вебинару, клиент должен понимать выгоду. Он никогда не купит просто так. Он должен был понимать ту выгоду, которую он приобретает. И здесь я просто еще раз вам хочу напомнить о том, что было проделано, какая уникальность этого продукта и за какие деньги. И тогда вам совсем не будет дорого это продавать. Как работать с этим продуктом? Компания Oriflame предлагает работать с сессиями по уходу за лицом. Их нужно, конечно, проводить систематически. И людей иногда говорят, у меня нет людей. Люди появляются под события. Нужно научиться работать под события. Не то, что соберем кучку и тогда проведем, а наоборот, мы запланировали сессию и тогда мы проводим. Что дается?
сессия, когда вы проводите ее здесь, на офисе, и проводите вместе с количеством не более 5 человек. Это рекрутирование, это продажи, это обучение, потому что на нем находятся сразу же новички, либо будущие новички. Это менеджеры, которые помогают вам проводить эти мероприятия. Это тоже очень большой плюс, чтобы было дублицирование. Потом, конечно же, происходит покупка одного, двух, трех наборов. Это супер. Да, ну и в дальнейшем потом идет, конечно, работа с клиентом. Вот сейчас я хочу, вот прям вот убираю от себя все продукты. Хочу, чтобы вы сейчас немножко отошли вот от этого: ого, круто, классно, у нас уникальный продукт. Изучите, пожалуйста, о продукции как можно больше. И мы сейчас с вами поговорим о практике, как продавать вообще этот продукт. Сразу хочу продать себя вам. У меня получается работать. Я словила свою волну в продажах на Вейджа. Я словила... Поняла, как это работает, как можно работать с легкостью с этим продуктом. У меня, я сразу хочу отметить, в голове вообще нету такого понятия, что это дорого. У меня в голове понятие, что это самое выгодное предложение на рынке по самой выгодной цене. Вот это должно у вас просто быть табу в голове, и тогда вообще никаких проблем не будет, и с вами будет сложно поспорить. И я постаралась вам дать те аргументы, которыми вы сможете оперировать перед своим... парировать перед своим клиентом. И что касается... Да, я еще хочу сказать, что тот метод, который я работаю, которым я работаю, он очень легко дублируется. Времени очень мало, но я постараюсь вам сейчас уложиться и рассказать о том, как работаю я. Я сделала много скриншотов. А, кстати, по предложению Oriflame, подписка. Что же за интрига, ту, которую я говорила, подписка от компании Oriflame по серии Novage. Это будет у нас, оно появляется. И для чего это, в принципе, предложение появилось у нас от компании Oriflame? Дело в том, что есть статистика. Она не у всех работает. На меня она, например, не действует, а у кого-то она есть. И наверняка многие сейчас со мной согласятся, что чаще всего 95% это статистика, говорит о том, что чаще всего второй набор клиент не покупает. То есть на первый набор вы его уговорили, да, а он второй не покупает. И основной причиной, когда провели именно опрос, почему так происходит, пришла, провела такой опрос к тому, что дело в том, что очень часто происходит так, что у нас неравномерно заканчиваются с вами наборы продуктов из набора. То есть клиент еще, у него там закончилась сыворотка, а набор еще достаточно функционировать может, да, то есть ему казалось бы уже нужно что-то другое, новый набор, а еще не закончились продукты. Возможно, у вас тоже так заканчивается, вот здесь прям конкретными месяцами прописано, у кого сколько и как, тоже поставьте галочку, если у вас так. У меня, честно скажу, заканчивается полноценный набор, и одна из фишек, которую я уже рассказала, потому что к этому каждому набору я рекомендую приобретать капсулы, да, для лица. Дело в том, что я вместо на ночь сыворотки рекомендую использовать именно масла, а утром использовать сыворотку. Поэтому у меня все заканчивается равномерно. Может быть, где-то как-то с кремом для век я могу согласиться, потому что я крем для век рекомендую и сама пользуюсь для области вокруг губ. Оно очищающее, тонизирующее средство однозначно у меня уходит все как надо. Поэтому, в принципе, я скажу из своего опыта, научив правильно пользоваться клиентов целым набором, у меня всегда есть второй набор, опять-таки, в продаже. Еще один из моментов, который я хочу рассказать, про подписку закончу, как будет работать подписка. Если вы приобретаете один из любых наборов на Vage, вам компания в одном каталоге, вам компания Oriflame предлагает потом в течение 3 каталогов приобретать еще любой из продуктов с 30% скидкой. То есть вы, в принципе, уже не увидите в каталогах вообще никакой, никакой не увидите в скидок, ну, только наборами продаваться, и только тех, кто купил набор, будет фиксировать программа, то есть подписку оформлять не надо будет, будет фиксировать компания программу о том, что вы сможете в течение 3 каталогов либо сыворотку, либо крем для век, либо тоник купить с дополнительной 30% скидкой. Здесь пример написан, ничего сложного в принципе, а на 4-й шаг, да, получается, на 5-й получается, да, вы опять должны купить набор.
набор для того, чтобы продлить подписку. Сколько наборов, столько и возможностей купить с 30% дополнительной скидкой. Поэтому таким образом, дополнив один из продуктов с 30% скидкой, то есть докупив его, то, что у вас закончилось, вероятность того, что у вас клиент купит следующий целый набор, возрастает намного больше. И это одно из преимуществ именно покупки целого набора на Wage, да, и оформив эту вот подписку. Нужно быть, конечно же, консультантом, приобрести один из этих вот потрясающих четырех продуктов, да, ну, пять это потому, что коллаген у нас идет с облегченной формулой крема, поэтому предложено здесь пять. Выгодно покупать именно набор, и мы с вами все это знаем, потому что мы получаем дополнительные баллы бонуса, да, то есть стоимость намного значительно меньше, чем те баллы, которые мы с вами приобретаем за покупку именно набора, да, и это отдельный продукт с 30% скидкой, но стандартный расчет баллов бонусов, да, то есть это очень и очень выгодно, поэтому для тех, у кого неравномерно заканчивается, на самом деле это спасение для того, чтобы обращаться к одному и тому же клиенту несколько раз. Я хочу сейчас немножечко ускориться, потому что времени совсем мало, я это уже вам рассказала. Сейчас я вам хочу рассказать свою практику по поводу того, как я работаю с продуктом за каталог номер 1 и каталог номер 2. То есть по сегодняшний день, у меня на сегодняшний день продано лично 8 наборов на Wage. Это разные. Из них 3 набора. Малтлив, экологин и True Perfection, остальные. Как я работаю с этим продуктом? Вот сейчас, потому что уже время 9 вечера, я боюсь, что будет поздно, пока я дойду до этого слайда, у меня к вам есть одно предложение. Я не знаю, чем это закончится. Я иду просто ва-банк для того, чтобы быть вам сегодня полезной. Я прямо сейчас возьму номер телефона своей клиентки, которую я по Вайберу 2 дня назад сбросила предложение о покупке набора. И она обдумывает, я не знаю, что она мне сейчас ответит, но моей целью является показать вам не то, как я, не показать вам, какая я крутая, я сейчас продам еще один набор перед вами, да, и возможно она мне откажет. Моя задача просто показать вам о том, как я это делаю, когда разговариваю с клиентом, просто потом будет поздно, сейчас я ее вот прям в телефоне наберу на громкую связь, и я вам расскажу, как я работаю. Может быть, вам что-то станет сейчас непонятным. Кому будет интересно, мы продолжим вебинар. Я объясню, что такое этапы в оплате. Да, я тоже это расскажу. Просто я немножко подгоняю время, чтобы вы могли... Ну, вы поняли, короче говоря. Это я уже волнуюсь. Не знаю, что это получится, но попробуем с вами. Хорошо? Чтобы быть полезной. Алло. Наташа, привет. Не очень поздно? Нет. Можешь говорить сейчас? Да, могу. Ну, я ненадолго. Наташа, скажи, пожалуйста, я тебе там пару дней назад на Вайбер сбрасывала предложение свое по поводу набора на Вейдж. Да, да, да. А ты посмотрела? Да, смотрела. Ну? У меня там пару вопросов есть только. А что ты хочешь спросить? Вот этим вот молочком, им надо умываться и смывать, или им вот как кремом просто смазываешь лицо, а потом тоником? А ты вообще раньше пользовалась молочком? Что ты любишь, гель или молочко? Чем пользовалась? Геликом. Геликом? Ага. А, да, в этот состав Ultimate Lift, он входит именно молочко, да, оно тоже удаляет декоративную косметику, но я бы тебе еще потом, попозже предложу вариант, именно как я использую, именно средства для снятия макияжа есть из серии Novage, и благодаря им вот можно удалять легко декоративную косметику, а молочком ты уже просто берешь на ватный диск и умываешься, да. Здесь я могу сказать так, здесь четкого такого нету, что тебе, например, говорят не смывать. Вот я лично люблю ощущение свежести, поэтому я молочко удаляю с помощью воды. Если тебе комфортно оставить это молочко на лице, поверь, оно удаляет, но его можно и оставлять. То есть четко смыть водой, либо оставить на лице, нету. Вопрос в том, что оно просто прекрасно удаляет декоративную косметику, когда ты его смываешь ватным диском или там водой, это уже не имеет значения. А вообще сам... И про сыворотку хотела спросить. Что это такое вообще? Для чего она нужна?
Ну, сыворотка – это дополнение к твоим дневным и ночным кремам. Да? Сыворотки, у нее очень легкая текстура, и она получается, ну, в более глубокие слои кожи проникает. И получается, что твой ночной крем, дневной крем, да, он действует намного эффективнее. Поэтому у сыворотки еще, кстати, есть лифтинг-эффект, что немаловажно, потому что, ну, как бы возраст уже, да, хочется подтяжку какую-то сделать. Естественно, что она не на постоянной основе, поэтому лифтинг-эффект, он есть, это очень круто, но сыворотка получается, что, ну, считай, что она усиливает эффект твоих кремов и именно на более глубокие слои помогает крему проникнуть в кожу. Поэтому без сыворотки, да, ну как бы это не так эффективно будет. И видишь, как набор получается состоит аж из 6 продуктов. Если ты посчитала, но я тебе еще раз скажу, да, я тебе, конечно, делаю скидку. Это, ну, моя дистрибьюторская цена, он получается стоит 180 рублей. Да, это уже со скидкой. Я понимаю, что может тебе показаться, что это дорого очень, да? И ты мне там в Вайбере тоже писала, что как бы, ну да, дороговато, ты не потянешь. Вот, поэтому я тебе написала, что я тебе предлагаю там в 2 либо в 3 этапа оплатить этот набор. Вот. Ну как ты вообще? Тебе интересно в 2 или в 3 этапа? Я тебе там сбрасывала оплаты. Ну вот смотри, два, значит, ну у тебя получается, что ты должна будешь, ну, если мы с тобой завтра говорим вообще эти все вопросы, да, там 2-3 этапа посчитаем, но ты должна понимать, что каждые 3 недели, начиная с того момента, когда ты сделаешь первый, ты должна будешь оплатить эти наборы. Каждые 3 недели ты должна будешь делать взнос. Неважно, это будет 3 этапа, либо это будет в 2 этапа оплата. Но каждые 3 недели. Я тебе этот учет весь буду вести, ты, ну, не парься, я буду это все считать, тебе высылать на Viber. Если ты приобретаешь этот набор, я тебе полностью сброшу в Viber инструкцию по применению этого набора. Ну, конечно, тебя буду консультировать. Это очень выгодно, Наташа. Дело в том, что если ты... вот посмотрела в каталоге, да, например, если даже взять одну сыворотку Ultimate Lift, она стоит для со скидки 40 рублей. Это твой первый взнос вообще за целый набор. А ты будешь пользоваться около 4 месяцев, то есть если ты посчитаешь, то что это очень выгодно, ты даже не переплачиваешь. Поэтому здорово, что ты приняла такое решение, классно. Ну, давай тогда уже сегодня немножечко поздновато, давай мы завтра с тобой созвонимся, я тебе сброшу полностью все расчеты, все видеоролики, как раз завтра оформление заказов, я сделаю заказ и уже в субботу я тебе его принесу. Круто? Хорошо. Да, я завтра тебе приберу. Я с собакой как раз гуляю, тоже не очень. Ну, хорошо, все тогда, давай, ну, все, спокойной ночи, пока, пока. Пока. Ой, можете меня поздравить. Я, честное слово, не ожидала, что так это получится. Но вот, в принципе, это мой разговор абсолютно с любым клиентом. Я так разговариваю, предлагаю, рассказываю ему об этом продукте. Но если сейчас структурировать немножко мое предложение, да, 220 баллов у меня в кармане, да, вот. Если сейчас структурировать мое предложение, немножко вообще слайды сейчас забудьте, расскажу, как я работаю. Вы слышали первое о том, что я делаю сначала запрос, да, как бы бросаю удочку в Вайбере. В Вайбере я сейчас и перелистаю, потому что совсем нет времени, может быть, у меня есть... Я про это не буду рассказывать, это вы все сейчас поймете сами в моем разговоре. У меня уже есть сразу заготовки по поводу того, какие, кому информацию я буду сбрасывать, как я подхожу к выбору клиента и какой набор я ему буду в Вайбере спрашивать для предложения. Первое, я делю людей на категорию. Вы это слышали на мегаформе, как я делю людей на категорию, не по возрасту, 100%. Я сначала начинала работать так. Я предлагала клиенту, исходя из его возраста. Получалось так, что человеку, например, 50, а у него нету денег на Ultimate Lift. Ну, нету. А до этого он покупал у меня, например, Optimals. Да? И я теряла клиента только просто потому, что
у меня клиент, получается, он очень бы хотел, но у него реально нету денег. Он не привык, он тут с оптималса, который 20 рублей всего лишь стоит, да, там очищение, тонизирование, должен заплатить 180 рублей. И я понимала, что он реально вообще никак не прокатывает. И я стала немножечко по-другому работать. Я сначала задаю вопросы, я интересуюсь у человека, я могу в Вайбере переписываться, либо это мои клиенты, я, как правило, я этих людей знаю, либо выхожу по рекомендациям на них. И я собираю информацию, чем пользовался, как пользовался. Я задаю, наверное, такие вопросы, которые помогают мне понять, чем раньше пользовался человек, по какому, как он выбирает себе косметику, кто ему рекомендует, что он ждет от своей косметики. Да? Вот очень часто я начинала работать, когда искала клиентов, среди тех, кто ходит в косметические салоны. Это, как правило, самые легкие клиенты, потому что они очень много экономят денег, когда покупают наш продукт. Но самые сложные в том, что... Потому что у них продукция очень дорого стоит, да, которую они раньше покупали. Но самое сложное в том, что как раз-таки этим людям нужны факты, четкая информация, знания о продукте, потому что они знают уже немножечко больше, и они пользуются премиальной косметикой, и тут идет сравнение. Я всегда даю попробовать наборы, всегда. У нас на офисе есть все наборы, касающиеся ухода за лицом, и они стоят для... тестирование. Каждый мой менеджер знает, либо консультант, что он может прийти и взять этот набор на один день и дать клиенту попробовать, но обязательно вернуть. Большая часть моих менеджеров уже имеют в собственности какие-то наборы, поэтому они работают с ними, но просят тоже у меня на офисе здесь взять набор для того, чтобы можно было показать. Мы даем попробовать, но сначала клиента надо заинтересовать. Так вот, категория людей, которые ничего не знают, как за собой ухаживать, но понимают, что что-то надо было бы уже, это как раз таки люди, с которыми я работаю, с такими наборами, как True Perfection и коллаген. У них совсем небольшая разница. Да, 107 рублей дистрибьюторская рубля и 130 рублей. Ну, вообще, реально, там 20 рублей разница, ни о чем, здесь только возраст играет значение. Что касается Ultimate Clean, здесь вопрос как раз-таки в молочке. Да, и в молочке как раз-таки, вот вы слышали из моего разговора, я сказала, что я ей расскажу, как, я обязательно ей продам именно вот это вот средство по снятию, для снятия макияжа. Вы знаете что, может быть, вам сейчас покажется это не... совсем экономно, но я пользуюсь именно так. Для меня очень сложно удалить, я пользуюсь подводкой Giordani Gold, и когда-то я вам ее рекламировала, она реально очень круто держится, на целый день держится ультра-черной стойкой и пленкой ложится на глаза. Не удалить декоративную косметику молочком Ultimate Lift вообще не получается. Я удаляю именно этим средством, но я не люблю без воды удалять макияж, мне некомфортно. И именно по этой причине большая часть людей вообще не хотят пользоваться молочком. А в наборе Ultimate Lift идет только молочко. И у нас с вами не будет возможности его уже варьировать, да, то есть давай покупать что-то другое. Так вот, я это средство продаю именно как о том, что ты должна удалять косметику именно этим средством. Вам сейчас покажется это слишком расточительно, но я реально делаю вот так вот на руку, смешиваю с водой и очень с ватным диском, водой и ватным диском. И вот только так я просто удаляю себе именно с глаз косметику. Губы я протираю, лицо. Потом я уже беру молочко и полностью умываюсь молочком вместе с водой. Мне это комфортно. Я так научила своих клиентов. Они реально довольны, им хорошо, и они возвращаются за покупкой Ultimate Lift. И когда я консультировалась с Наташей Трепашкой, что может быть это действительно я там... Все так красиво, деликатно, а я так агрессивно, да, вопрос, главное, не тереть, не давить на кожу, не надо этого делать. Но именно Наташа тоже сказала, что ей комфортно с водой. И это абсолютно нормально, и нету такого понятия, что вот вам нарисовали ватным диском только вот так, да, там, ну, массажной линии понятно, то это не значит, что вы не должны подстраиваться под себя, либо делать так, как вам комфортно. Поэтому очень часто мы теряем заказы из-за того, что мы в рамки загоняем клиента, так ты делаешь неправильно, а ей нехорошо, ей некомфортно, ей неудобно, и она ваше молочко ставит на полочку, позволяйте мне, хорошо, что она вообще стала удалять декоративную косметику, да, там, не мылом,
порадуйте, похвалите ее за это. Поэтому используйте именно так. Я делю еще клиентов по состоянию кожи, 100%, да. Конечно, я все в голове прокручиваю, пока разговариваю, просчитываю, да. И разговаривая с клиентом, я ему точно так же могу сказать о том, что, вот, как правило, он смотрит в каталоге и говорит: ой, мне 45, но мне очень дорого этот продукт. А я действительно вижу, что клиентка потрясающе выглядит, у нее ухоженная кожа, у нее еще совсем не те проблемы, нет потери упругости кожи. И таких достаточно много ухоженных женщин, особенно те, которые уже пользовались когда-либо хорошей косметикой, либо посещали косметические салоны. И, конечно, я рекомендую таким клиентам использовать экологию. И когда я ему говорю о том, что эта серия стоит на 50 рублей, простите, дешевле, конечно, иногда для этих клиентов является прям весомым фактором, что да, круто, тогда я беру, действительно, если этот набор мне помогает поддержать это состояние кожи, то я, может быть, в 60 лет, конечно, уже перейду на Ultimate Lift, но пока мне подойдет коллаген. Это как с давлением. Ребят, молодые тоже страдают давлением. У меня соседки 20-30 лет, а у нее зашкаливает давление. Ей таблетки дают, как для стариков. Кто сказал тогда, что надо подбирать именно по возрасту? Нет, по состоянию кожи подбирается линия. Вот это вы должны понимать, когда предлагаете клиенту. Забудьте 25, 35, 45. Забудьте, есть просто кожа, первые мимические морщинки, есть потеря коллагена, и есть уже глубокие морщины, потеря упругости и все те факторы, которые туда входят, пигментация и так далее, так далее, так далее. Что же должен знать консультант? Это обязательно нужно, однозначно знание, про которое мы с вами уже поговорили. Сопровождение клиентов. У меня там есть слайды, я, может быть, быстро пробегусь, но это моя практика, я вам расскажу просто, как я это делаю. Я даже скриншоты сделала, дальше покажу это. И системность действий. Вы знаете, что я обратила внимание? Вообще, как я научилась продавать на Вейджи? Когда они у вас в каталоге, ну, как бы смотришь, хорошо, кто-то купил, круто, но когда ты ставишь перед собой цель продать этот набор, вот реально совсем по-другому начинаешь работать. Когда у меня появилось дома 3 бесхозных набора, и когда я понимала, что у меня в кладовке стоит 6 миллионов, и я реально подумала, что так, Ань, надо их куда-то реализовать. И когда я стала думать, как это сделать, и получила очень много отказов, появился вот этот опыт, из которого потом с легкостью появляются продажи, и вы слышите, как я это делаю. Системность действий здесь очень важна. Если вы не будете постоянно это делать, это то же самое, как, знаете, сесть на диету один день. Да, это то же самое, как, ну, не знаю, там, один раз ходить в школу по вождению. Ну, реально, вы не будете, навыков у вас нету, поэтому это нужно постоянно делать. И я обратила внимание, что если раньше я там обрабатывала клиента достаточно долго, то сегодня просто моя фотография, бэц, посмотри, какая я без макияжа в 35 лет, бэц, сразу информация видеороликов и так далее, и так далее. И, ну, и многое-многое другое, да, я просто фактами. А сейчас вот это вот еще, я вам скину потом вот эти фотографии, где сколько стоит крем, и когда они видят этот свой крем, и такие бабочки, и до них доходит, сколько денег они платят за рекламу, за, ну, все остальное, и они реально... Есть факты, они увидели, что кто-то пользуется. Ну, конечно, авторитетом для них тоже нужно быть. И что касается меня как лидера, меня радует то, что меня дублируют. Мы все работаем, вся моя персоналка, а продажи есть. У меня вот один из лидеров, я попросила, прислала даже свою историю по поводу... сейчас я найду, по поводу того, как она продает. Я не буду уже читать ее полностью, потому что это достаточно долго времени. Я ее просто переброшу вам потом в наши чаты. Вот у нее, например, на следующий момент именно таким методом, но без этапов оплаты, продано 4 набора. Посчитайте сами, сколько это за каталог. 4 набора, разных набора, и именно дали домой на 1-2 дня попробовать, немножко дали информации, показали тоже свой фейс, все, рассказали свою историю, набор продан. Вы как лидер должны продумывать стратегию ту, которая будет легко дублироваться, потому что если это делаете только вы, это не работа. Если это получается у остальных, это действует. Да, с наборами не продаются они так, как продаются там, не знаю, тональные основы, да, либо там духи. Понятно, что там нужно поработать немножечко больше, но если вы поставите себе планку, ежекаталожно продавать набор,
поверьте, вы будете иметь опыт, у вас будет навык хороший, у вас будет постоянный высокий личный товарооборот. Здесь еще очень важно понимать не в деньгах счастье, а в покупках. Вот от этого нужно отталкиваться, когда вы работаете с клиентом, потому что если все завязывать только на финансы, они не будут покупать. Чувство счастья, ощущение гармонии, красоты, которую она получит от этого использования набора. Вот что вы должны давать человеку, когда разговариваете с этим продуктом. Поэтому нужно иметь фотографию без фильтров, поэтому нужно иметь непосредственно в телефоне, либо в Viber, либо в Skype, неважно, просто папочка на Wedge, где у вас все собрано до кучи для того, чтобы можно было работать с клиентом. Двигаемся дальше. Я прям сама чувствую, что уже... Это предложено от компании, а я использую тетрадку, у меня полностью все расписано, кто, когда, какой набор купил, если по этапам, когда заплатил, сколько не заплатил. Я полностью эту всю веду тетрадочку, у меня все мои клиенты есть, и благодаря этому они не теряются. Каждые 3,5 месяца я отслеживаю, отзваниваюсь, отписываюсь, что, как, чего, именно с предложением покупки второго набора. И здесь я хочу рассказать пару историй. Вот у меня недавно звонила девочка, у нее сыворотка закончилась. И я сразу ей фотографию сыворотки в каталоге пишу 40 рублей. А если ты приобретешь целый набор True Perfection, представь, 40 рублей это почти 50% целого набора. Ты купишь сыворотку одну за 50% целого набора. Тебе куда выгоднее купить следующий набор. И дальше я, конечно же, предлагаю еще и взять, например, капсулы для того, чтобы со вторым набором такого не происходило, что он быстрее закончился, я где-то подучиваю их. Очень важно понимать еще сопровождение постоянное клиентов. Если вы работаете с этим продуктом, недостаточно продать и на 3,5 месяца забыть о клиенте. Это глупо. Конечно, для того, чтобы он купил второй набор, нужно постоянно подкреплять его своими какими-то положительными эмоциями. Например, о том, что когда... взяла бренд года по Новейджу, все мои клиенты полностью получили эту информацию, типа такой, да, посмотри, каким крутым набором ты владеешь, посмотри, какие результаты классные получила тата, тетя, используя вот этот набор, да, а давай мы тебя пофотографируем. О чем я сейчас говорю? Плотное сопровождение вашего клиента на протяжении постоянно, всегда. Меня спасает Viber очень сильно, потому что с ними я все именно в Вайбере. Мой опыт именно подсказывает мне о том, что все-таки, когда я клиентов объединяю, они не хотят объединяться. То есть мне тяжело держать клиентов в сообществе, но вот консультантов, которых я мотивирую на покупку на Wedge, да, вот это было бы круто, именно их нужно держать в сообществе. Они готовы делиться фотографиями, как были, какими стали, и здесь уже нужно работать онлайн. Сейчас найду картинки, вот это я скриншоты сделала своей работы. Вот, здесь вы видите, например, вот мое предложение девочке, кстати, вот я ей не отзвонилась, она в отпуске. Вы можете почитать, как я ей предложила приобрести набор именно True Perfection, по-моему, я там ей, да, картинка идет True Perfection следующим ходом, как я ей предложила приобрести набор, да, это первые мои закидаловки, как я делаю так, чтобы человека заинтересовать вообще о том, что у нас этот продукт есть. Дальше я потом разгоняю совсем другую тему. Вот в Фейсбуке вы видите одного из моих консультантов, предложение, как в Фейсбуке раскручивать непосредственно либо сообщество, либо предложение на Wedge, либо вообще бренд на Wedge раскручивать, да, можете почитать, это на базе того, как делает компания, это работает, это действительно интересно, Instagram, Facebook вы можете использовать, и, конечно же, сообщество, группы по на Wedge, где консультанты с огромным удовольствием делятся своими результатами, и если ваш клиент готов присоединиться, здорово, если он не готов, ребят, индивидуальный подход, и он самый крутой на самом деле. Если ваш клиент покупал себе один крем за 3 миллиона, и вы его все-таки перевели на то, чтобы пользоваться Ultimate Lift, и убедили в том, что это действительно высококачественный, премиальный, это прям ему подходящий продукт, и он не хочет выставлять свою фотографию без фильтров,
а его не надо обучать, его фотографироваться правильно, то я вас уверяю, не трогайте их, работайте индивидуально. Они привыкли к тому, что они приходят в космический салон, где косметолог знает каждый его прыщик, но он не готов, чтобы в Инстаграме обсуждали эту информацию. Не трогайте таких клиентов, работайте индивидуально. Что-то касается поддержки, что-то я вам уже рассказала. Обязательно предложите, конечно, в соцсетях использоваться, в группе, работать в группе, чтобы получать информацию. Имейте папку в телефоне, в компьютере, где у вас собрана информация по Норейджу. Мгновенная реакция должна быть на какой-либо каталоге вообще продукт. То есть даже не важно, там крем какой-то появился, но сейчас у нас не будет, ну крем на скидке, ну скиньте мы ему эту стоимость крема, он уже давно купил набор, он понял всю выгоду, но вы подкрепите о том, что ты сделал правильный выбор. Не забывайте приглашать на какие-то вечеринки, опять-таки, исходя из того, хочет, не хочет человек уже здесь появляться, да, там показывать себя, как он меняется, не меняется. Вообще я им скажу так, мои клиенты, когда я им говорю, давайте, только новый первый набор купили, я говорю, а давайте мы вас сфотографируем, они нет. Потом они жалеют о том, что они не увидели, ну, как бы до не сфотографировались. На каком-то другом этапе, там через месяца 4 при покупке второго продукта, они уже, да, они говорят. Но еще я делаю так. Я говорю, хорошо, если вы не хотите фотографироваться, не надо. Я не буду вас фотографировать. Я прошу вас это сделать самостоятельно. Не показывайте мне вашу фотографию. Но если у вас потом появится желание, ну отслеживайте. Отслеживайте себе свои изменения. И если у вас потом появится желание показать мне это, здорово, я вам буду очень-очень благодарна. Иногда я предлагаю вступить в группу так. Я говорю о том, что я состою в закрытой группе, а это действительно так, вот компания Reflame по NovAge. И мне необходимо для работы моей показывать результаты, именно результаты. Я могу вас сфотографировать, например, там без глаз, да, там я могу вас сфотографировать в профиль, чтобы нигде. Но это закрытая группа, и там только люди, которые работают с этой сессией, с этим продуктом. Соглашаются. Разговаривайте, работайте со своими клиентами так, чтобы им было комфортно в первую очередь. Тематические посты, конечно, нужно использовать. И вообще, мое предложение в смарт-бизнесе все-таки. Мы сделали чат непосредственно по NovAge, да, ну, может быть, не, даже не в смарт-бизнесе, но у меня он точно появится в телефоне именно для консультантов, чат по NovAge, потому что именно в Viber это самый быстрый доступ. Я все-таки еще вижу то, что люди, выходя на улицу, почему-то отключаются от интернета, да, то есть им кажется, что вот это все поступает и очень дорого, и они только к вечеру это видят, да. Вот, в Одноклассниках они вообще там по выходным, поэтому в Вайбере, конечно, я чаще буду это, вот, ну, нужно это сделать. Вот, посты могут быть разные, и не обязательно выкладывать картинку на Вейджа, не обязательно. Ой, посмотрите, это может быть просто о том, как важно ухаживать в системе за кожей лица. Это может быть просто информация, какая-то там история консультанта, который написал вам в Вайбере, а вы потом даже в интернете просто выложили без фамилии, без имени, да, но это было бы, ну, им интересно. Так я сейчас собираю эти истории, обязательно это сделаю, потому что реально вижу классные результаты. Во-первых, на себе, да, я увидела результаты. Если я решила свою проблему, я знаю, что большая часть женщин страдает зимой от сухости кожи. Почему я должна молчать? А если я не буду молчать, я же буду зарабатывать еще плюс. По-моему, это вообще потрясающая возможность именно быстрого роста, да, в Oriflame, потому что 220 баллов Ultimate Lift, 135 баллов коллаген и 115, по-моему, баллов, не помню точно, это True Perfection, потому что True Perfection я продаю реже всего. Эта картинка уже была, я, наверное, в принципе и закончила, да, вот свою информацию. Честно, настолько торопилась вот успеть в 60 минут, может быть, я что-то упустила. А, давайте я расскажу про два этапа, потому что многие мне потом возражения будут говорить о том, что ты можешь себе два этапа, или вообще откуда этих 2-3 этапа появилось, да? Конечно, два этапа, то есть три этапа это чересчур, это уж слишком совсем дешево, да, выходит, но выгодно. Вот, а смотря кому я предлагаю, не всем я предлагаю сразу же в два этапа, многие сами не хотят, это опять-таки зависит от категории клиентов. И что такое два этапа? Я всегда говорю о том, что вам нужно быстро, если вы хотите расти, во-первых, ну, моя тактика работы, я вообще считаю так, что если я выращиваю менеджера, мне нужно, чтобы он зарабатывал. И даже вот
когда компания приезжала, Андрей Людко работал с моими менеджерами, да, и он сказал, что реально, да, даже картинку показывал потом, мои 15-процентники зарабатывают практически как директора, и я этим очень горжусь, и это высокобалловые продукты, это высокий личный товарооборот и хорошая активность в структуре, что немаловажно. То есть я сразу хочу сказать, это не потому, что они делают 1000 личных баллов, а это потому, что у них качественные консультанты, которые просто научились работать с высокобалловыми продуктами и рекрутировать, и обучать людей тоже работать с товарооборотом. То есть я за то, чтобы консультанты зарабатывали деньги. Тогда они не будут уходить на уровне 9%, да, допустим, с бизнеса. Они уже будут тут быть и будут довольны, что немаловажно, что они тут есть. Так вот, я всегда максимально стараюсь быстро человеку помочь 6 даже процентов, сегодня это уже тоже благодаря 250 баллам, это очень выгодно. Я предлагаю такому человеку работать с двумя этапами. Каким образом? Дело в том, что если вы получаете объемную скидку, вам действительно вообще не составит труда продать клиенту вашему в два этапа. Вы оплачиваете часть за его первый взнос, вторая часть, она остается у вас на следующие 3 недели, которая пойдет уже вам в карман, либо в оплату вашего заказа, да, который будет на следующий каталог. То есть вы понимаете, я работаю объемными скидками, и когда я работаю объемными скидками, количество продаж увеличивается, затрат нет, это прибыль, это чистая прибыль, просто чуть-чуть попозже. И таким образом, честно признаюсь, я редко продаю, наверное, за все время я по цене каталога продала, наверное, там только два набора. И это были женщины, которые охали и ахали, готовы меня были расцеловать за то, что я продала им так дешево. Ну, потому что реально они там, только тоник у них стоил таких денег. Поэтому, конечно же, я думаю, кому и с кем я работаю. Но это действительно очень выгодно. Это действительно увеличивает продажи. И я всегда говорю о том, что даже если ты сейчас не получишь чистую прибыль, да, там свои деньги не вы вытащишь из объемной скидки, то поверь, через 3 недели ты почувствуешь это. И ты быстренько раскрутишься, потому что ты сделаешь 220 баллов, там ты остальное добавил непосредственно другим продуктами из каталога, и вот тебе, пожалуйста, шикарная объемная скидка. Не надо ее сразу. Ну какая вам разница? Он будет ее до 22 выращивать, эту объемную скидку. Или все-таки давайте попробуем из виртуальных пока денег сделать живые деньги, да? И это реально очень круто, поэтому мои консультанты получают наличными деньгами хорошие деньги. У них не зависают объемные скидки. Ну, конечно, 22% тут уже сам Бог велел вообще соображать и инвестировать деньги в бизнес, да, но менеджеры, конечно же, работают очень активно. Поэтому у меня появилась такая идея, кстати, еще год назад ее рассказывала на вебинаре от компании, она реально работает, она реально крутая, ей пользуются мои консультанты-дистрибьюторы, что я вам, в принципе, не то что советую, нет, не советую. Хотите, делайте, хотите, нет, ваше право. Но благодаря Novage реально можно быстро расти, потому что 220 баллов за 180 рублей – это реально очень круто. Научитесь работать с этим продуктом, полюбите продукт, сами начните использовать этот продукт. Вы увидите результат, и вам будет очень легко работать с этим продуктом. Ну и, конечно же, как я и заявляла, да, что с продуктом Novage легко работать. Я вам показала на примере, как это сделать. С продуктом Novage легко расти, потому что это высокобалловый продукт, да, и действительно не легко, а быстро можно вырасти, потому что это высокобалловый продукт. Ну и третье о том, что действительно это очень прибыльно, потому что компания Oriflame нам делает премиальные выплаты, да, компания Oriflame нас поощряет, высчитывает, благодарит за работу с высокобалловым продуктом. И вот, в принципе, это такая вот сумбурная, я понимаю, но просто с меня вот прет мой практикум, да, не могу эту теорию, очень сложно по слайдам. Реально люблю продукт, сама пользуюсь, несложно предлагать, вам рекомендую обратить внимание на него и
У вас точно все получится. Я очень надеюсь, что я была вам сегодня полезна. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, в чате с смарт-бизнесом, менеджеров, задавайте. Можете писать мне в личку эти вопросы. Я с удовольствием вам скину все скрины. Я с удовольствием поделюсь с вами информацией, какие варианты предложений я делаю, какие видеоролики я сбрасываю, какие-то еще фишки, которые там я использую, хотя я постаралась все это вам выложить, да, максимально. Может быть, что-то забыла, но это реально работает, и это дублируется, и это легко получается, и я с большим-большим вот сейчас выдохом могу сказать, что я закончила вебинар. Я извиняюсь за то, что я вас больше задержала, чем нужно. Я надеюсь, я была вам полезна, и в ближайшее время у нас будут потрясающие вебинары. Пожалуйста, не упускайте такую возможность обучаться у лучших лидеров, у лучших консультантов, у лучших директоров нашего центра Smart Business. Огромное вам спасибо за внимание, за поддержку, и доброй ночи вам. До свидания.